Привет, бои скауты, с вами Кьюбайт. Добро пожаловать в Человека-паука для PlayStation 4. Мы продолжаем его проходить. Ночь, черный кровавый костюм. Мы летим на миссию. В общем-то, я здесь попытался кое-что попроходить, кое-где улучшил костюмы, кое-что даже прокачал, например, как костюм негативный. Вот этот я прокачал, теперь я могу за него играть. Далее костюм борца, то есть костюм рестлера. Грубо говоря, первый костюм паучка тоже прокачал. Доступен стал новый костюм, костюм страх и ужас. Это, в общем, костюм, который сделан из металла Уру. Я о нем рассказывал в ролике про все костюмы. Что касается еще этого костюма, он выглядит не очень. Ну, то есть он мне очень нравится, не очень мне нравится, но его еще довольно сложно достать, то есть мне нужно и базы, и испытания пройти, и научные жетоны, так что вряд ли я за него вообще буду играть, но посмотрим. Пока есть такие костюмы, но я продолжаю играть за черный, потому что ночь, я только его получил, хочу еще хоть вдоволь наиграться, потом глянем, что и как. Вообще планировал каждую серию менять костюмы. Я тут почти вслепую летаю. Где-то должны быть охранные вышки. Возможная сделка наркодилеров. Выезжайте в центральный парк. Venom. PlayStation Plus. Спасибо. Если у вас уже есть PlayStation 4 или вы собираетесь ее приобрести в ближайшее время, то вам нужно знать о PS Plus подписке. Она позволяет выгружать сохранения и достижения в облако, тем самым освобождая консоль. Также вы можете играть в онлайн игры с друзьями, ну и самое классное — это бесплатные игры каждый месяц. В сентябре это Destiny 2, обновленная версия God of War 3, что скрывает тьма для вашего PlayStation VR и викторина для компании друзей «Знание – сила». Плейлинк игры вообще на самом деле тема, сам пробовал, сам знаю. Это наподобие игры «Это ты». Но это еще не все. Если вы оформите подписку в ближайшее время, то у вас появится шанс увидеть звезду фильма «Веном» в Москве. Для этого нужно зайти на сайт venom.playstation.com и ответить на 3 вопроса. Также постарайтесь наиболее оригинально ответить на один творческий вопрос, это вам поможет. И все. Больше ничего делать не нужно. Зато среди призов 200 билетов на фильм «Веном» в любом городе России, а также 5 счастливчиков отправляются в Москву и вживую видят звезду фильма «Веном». И получают эксклюзивный набор подарков. Может, самому поучаствовать? Дерзайте, и надеюсь, мы там с вами свидимся. Ну а я продолжу проходить паучка. Ну, это похоже на базу Соболя. Понимаю, мне наверх. Кружит вертолет. Что-то опасное грядет. Стихи даже преобразовал. Где же ты, МДЖ? Черт. Геймплей за МДЖ, да? Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэндиш где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Ну что? Давайте пробовать, что и как. Кстати, мне вот интересно. Ха-ха, я не могу ничего менять. То есть я сейчас... И, кстати, менюшка синяя. У паука она красная, у МДЖ она, видимо, синяя. Я хотел поменять Обыск костюм. В заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. Ага, вот. Теперь мы можем бросать. Очень похоже на The Last of Us. Брось дороги, дружок. В Uncharted не помню, это? Было, нет? Это, на самом деле, во многих надо играх было. И быстро. Но вот честно признаюсь, пойду без какого-либо сарказма, мне очень нравится здесь геймплей. Вот понравился за Майлза Моралеса. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. За МДЖ мне тоже нравится, как работает. Ну, мне, по крайней мере, весело и интересно так играть. Так, что-то я, по-моему, далеко отошел. Мне нужно... Стоп, я же там не пройду, да? Надо отвлечь его от лестницы. А, нет, пройду, хорошо. Парень, там кажется, что-то упало, а ну-ка проверь. Вот, чую. На самом деле, выглядит супер нелепо. Я бросаю прямо перед ним, летит огромная паучья штуковина. Он не видит этого и идет. Ну, я понимаю, но все-таки это... Было бы тяжело сделать здесь какой-то реализм. Хотя они попытались, они сделали, что если я там переворачиваю коробки, они тоже там перекручиваются, то сразу они замечают и прочее. Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Это надо сфотографировать.
Поймала. Надо идти. Он так забавно сказал. Поймала. Стендиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Это тот программист, которого мы спасли в прошлой серии. Или нет, в позапрошлой же, когда был Панк-паук. По костюмам мне легче помнить, чем по заданиям. Как можно было не услышать? Ну, жесть. Заблокируйте всю связь. Никаких утечек в прессу про Майклза или дыхание дьявола. Есть. Она нервничает. Похоже, Стендиш знает что-то про доктора Майклза. Я напомню, что это наемные... наемная армия. Он скоро вернется. Они должны слышать все. Но опять же, это просто... ограничение геймплея. Конвой будет готов. Все в порядке. По команде босса мы переместим Майклза в новое убежище. Они перевозят. Аккуратненько бы пройти. Черт, я... Кто здесь? Стой, никого, никого, никого. Нет, там кто-то был. Смотри, чувак. Правда кто-то был. Стойте! Блин. Спалили. Ладно, давайте еще раз попробуем. На самом деле, я думал, что выйдет у меня все-таки выжить, но нет. А, ну, здесь есть чекпоинт, благо. Черт, что-то написано, Silver Sable. Он скоро вернется. Серебряный Соболь International. Ой-ой-ой-ой, как я так... Я слишком рано побежал, очень рано. Как обстановка? Здесь нужно... Конвой будет готов. Рано. Ну ладно, получилось, хорошо. Но я сделал это. Заводи машину, надо было быть в городе полчаса назад. Пойдем, выезжаем. Грузовик сейчас поедет, будет мне прикрытием. Ой-ой-ой-ой, я счастлив. За ним нужно бежать. А, все, пойдем. Немножко, получилось. Немножко запалили, но ничего. Фух. Ну, пока выходит. Один раз проиграл. По своей же глупости. Группы Браво и Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Так точно, мэм. Неважно, сколько людей у Соболь. Она не сможет остановить Мартина Ли. Кто? Лучше проверить. Какие коробки? Это не я сделал! Блин. Так что ж... Что это было вообще? А как там? Как там пройти? Я не мог бы пробежать, но это глупость. Возможно, нужно было обойтись с левого края, сейчас попробуем. Потому что вот так напрямик, я просто растерялся, я не знал, куда мне бежать. Там есть проход вообще? Да, там есть, кажется, проход. Вот туда нужно было идти, но я потупил. Сейчас, секунду. Пошли еще две. Даже, по идее, вот сюда можно пойти. И когда тот парень уйдет, мы как раз сможем пройти. Наверное, даже вот так можно сделать, отвлечь сразу. Что это было? Что это было? Это паучья мина какая-то. Паучья приманка. Кажется важным. Так. Убежище. А что если там за доктор Майклс в одном из них, Стендиш может знать в котором. Уже посмотреть нельзя. Вот палатка Стендиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Как бы его самомнение его не наказало. Опять? Что не так с этим светом? Двигайся. Мне интересно, как водители не видят? Это, конечно, такой бред. Водители не заметили, как я там прошел. Опасно. Ну, давай. Парень, кажется, я там что-то видел сейчас. Хотя мне туда нужно. Сейчас, наверное, сюда сделаем, да? Что за черт? Там второй смотрит. Уйди.
Опа! Чарльз Стэндиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли. Как и вы. Уотсон. Я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... А! Что за... Чарльз! Что за это не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, Чарли. Ладно, погоди, пора идти. Он что-то знает. Однако. Неловко вышло. Тем более, паук видел этого парня. Ну, в общем, ну понятно, он. Быстрая реакция, тот парень как бы направлял пушку, и он увидел такой: вау, что происходит? МДжей ушла домой, возможно, обиженная, кто знает. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДжей недовольна. Да. Новый уровень, давайте глянем, что и как. Костюм. Биг тайм! Маскировочный костюм первоклассный, ну да. Не первоклассный, давайте будем называть его Биг тайм. Я с удовольствием поставлю его, но для него нам нужно испытания еще 3 штуки выполнить. Ну, это вот эти вот испытания таскмастера. И базы 2. Ну, то есть 2 жетона базы. Вообще не обязательно 2 базы выполнить. Можно, например, одну базу с дополнительными заданиями, там, получить максимум 3 жетона. Да, ладно, и еще. Сейчас, секунду. О, как раз у нас здесь можно открыть, и я с удовольствием это сделаю. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос. И все, что ты говоришь, это прости, Чарли. Это у тебя шутки такие. Что? МДЖ? Нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ха. Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДЖ, не делай это, МДЖ. Это слишком опасно, МДЖ. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной базы! Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклз где-то в Бауэри. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Молодец, мистер супергерой. Есть! Я закипаю. Надо выпустить пар на патруле. 5 голубей я уже поймал. Одного я ловил вне камеры. Давайте соберем рюкзак и отправимся, наверное, снова на задание. Я предлагаю так. Потому что я, если честно, уже очень хочу сменить ночь на... Законном вторжении. Следуйте в маленькую Италию. Маленькая Италия. Звучит неплохо. А где преступление? Ух ты, вот классические банды. Взломщики. Давайте люблю возьмем. Традиции. Все равно с ними быстро. Типа такой, раз! Вряд ли вы чините замок. А потом такой... Все? Сейчас вы отправитесь в тюрьму. Да. И у меня плохие новости. Там тоже замки на дверях. Но хочу сказать, у нас не появилось задание. Пока некуда идти, грубо говоря. У нас нет ничего такого. Можно выполнить побочки. Ближайшее к нам. Ну не знаю, я честно говорю, хочу по сюжетке немножко пройтись. Чуть побольше ее сделать. Охота на снайперов. Сеть недоступна. Это все интересно, но
Хочется. Это мама Майлза. Алло? О, интересно. Мистер Паркер, это Рио Моралес. Я хочу сказать спасибо, что предложили Майлзу работу в приюте Пир. Рад помочь. И, пожалуйста, зовите меня Питер. Мистер Паркер — это кто-то не я. Должна предупредить, что он сомневался. Я поставила его перед выбором. Работа или новый курс терапии. Ему нужна эта работа. Он не хочет быть жертвой или вызывать жалость. Прекрасно понимаю. Скажу тете Мэй и постараюсь быть там в его первый день. Еще раз спасибо. Барабайки. Это очень важно для нас обоих. Я думаю, когда он разговаривает по телефону и бьет врагов, то это слышно должно быть по голосу, кто знает. Там что-то с Майлзом происходит. Так что, возможно, следующая сюжетка будет связана с ним, но не уверен. Пока мы только, знаете так, выпускаем пар. Я бы прошел с удовольствием базу, но перед тем, как начать уровень, я хотел пройти одну базу, у меня не получилось. Ну, в плане, я попытался выполнить все три задания, это довольно сложно, в общем. В итоге я умер, меня пострелили. Но обязательно демоны все это настоящие делать. Фанатики. Они так преданы Мартину Ли. Эти парни что, какие-то зверы? Нет, правда, ничего нет. Можно собрать рюкзак, например. Но это такое, типа, рюкзаки собирать сейчас. Я очень хочу собрать самодельный костюм, но чуть попозже это сделаем. Рюкзаков уже очень много. Там, по-моему, 30 рюкзаков нужно взять. Ну, пойдемте в ближайшую побочку. Самоделку хотел сказать, нет. В ближайшую побочку, а там если появится сюжетка, то выполним ее. То есть, видите, игра дает нам... Не дает нам сюжет, пока мы должны немножко так прокачаться, выполнить побочки и так далее. Игра говорит, развивайся, чувак, хватит уже проходить сюжет, никуда не спешишь. Я, кстати, хотел глянуть, у нас есть навыки, наверное, да? Я здесь хочу прокачать навык, который называется... Серия добиваний, но для него мне нужно еще проходить и проходить. Я инноватора практически, ну, всего прокачал, уже 66%, плюс паутинную прощу прокачал. Ну и вот как раз защитника прокачаю, дойду до сюда. Но не хватает. Наверное, буду копить, потому что уж слишком крутой навык. Он мне должен помочь. Там достопримечательность, но пока пропустим. Человек-паук! Привет! Я готов начать новый тест. Ты где? Вот и неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси... Я уже взял побочку, отстаньте. Человек-паук, нужна помощь. Мой сосед пропал после той вечеринки. Так, имя? Где видели в последний раз? Его зовут Карлос. Я провел поиск распознавания лиц в соцсетях. Вот, сейчас скину результат. Отлично. Как тебя зовут? Филипп Чанг. Ладно, Филипп, я найду Карлоса. Услышишь что-нибудь о других пропавших, сообщи мне. Так, надо выяснить, что за место на снимке. Вижу статую свободы. Значит, это сильно южнее. Далеко от университета. Может быть, финансовый квартал? Финансовый квартал — это здесь. Статуя свободы, наверное... Наверное, вот это, да? Ну, примерно это... Примерно где-то здесь, но... Давайте вот здесь, как раз здесь рюкзак и достопримечательности. А там у нас есть как раз недалеко вот эта штука. Отправимся туда. На метро покататься тоже можно. И как раз выполним. Ну, я так понимаю, надеюсь, я не ошибся. Тем более, паук сам сказал финансовый квартал. Вот еще одна новая загрузка вам в метро. Так, надо выяснить, что за место на снимке. Да. Филипп! Я собираюсь туда, где был сделан снимок. Насколько он свежий? Сделан полчаса назад. Да, только сейчас ночь. Неплохая эвристика. Алгоритм распознавания сам писал? Да, это мой дипломный проект. Надеюсь, поможет мне найти работу. Если все получится, рассчитывай на мою рекомендацию. Полчаса назад. Ой, я пролетел. Сори. Выяснив, где сделан снимок, я смогу найти соседа Филиппа. Да что такое? Куда? Куда, паук? Ну ты издеваешься. В
что у нас здесь? Рецепт пельменей. Вот что здесь бывает, рецепт пельменей. Включим камеру, немного отличим, сделаем так. Воды. Похоже, это здание рядом с парком. Рядом с парком? Готово. Так, Уолл-стрит. Кстати, мне говорили, что... По-моему же на Уолл-стрит... Уолл-стрит. Есть... Сейчас я вам скажу. Огромный бык. Но здесь должен быть... Привет, привет, привет. Это должен быть Лок-Джойс в этой игре, ну то есть, который из нелюдей. Но, правда, я точно не знаю, где стоит этот бык. По идее, он должен был где-то слева быть от нас. Сейчас, нам вообще нужно куда-то двигаться. Парк. Где у нас парк? Вот это, да, наверное? То есть, куда-то сюда. Ага, вот, да, я четко попал в точку. Там как раз зеленая местность. Потом, если найду, покажу вам Лок-Джо. Ой, прилетели. А я там вижу врагов. Похоже, и здесь все горит. Место. Дело плохо. Эти студенты ведут себя так же, как на вечеринке. Похоже, Ли их исказил. Хорошие. Пожар разгорается. Надо срочно заканчивать. Так, где еще? Дальше. О, привет! У меня есть всякие штуки, типа вот такие. Вот такие. Так гораздо проще, по-моему, да? Все, годно. Это последний. Что это было? Все было в порядке, а потом раз и... Бешеная злость. Все как в тумане. Все позади. Хотя советую пока поменьше сидеть в интернете. Ну вот и побочку мы выполнили. 1500 опыта. Возможно, сейчас даже левел дадут. Нет, не дадут. Я не хотел. Питер, я готов начать новый тест. Лечу, лечу. Лечу, лечу. Нам сюда. Я понимаю, что можно и на паутине, и это намного круче и веселее, но просто довольно... Когда там больше 1000 метров, тебе как бы такой... Ладно, когда еще 1200 норм, но... 1800, практически 2000 метров лететь... Слишком много времени для летсплея, как мне кажется. Для прохождения занимает лишнего просто. Питер, я готов начать новый тест. Я тоже. Неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу. Например, минуту спустя. И дайте уже новое время суток. Я запарился гулять ночью в черном костюме. Его не видно здесь. Он как бы этим и крут, но... Так, ни загрузки, ничего. Ага, вот он. Питер в халате. Он странно, вроде то в халате, то нет, по-моему, да? Как-то и в рубашке был, по-моему. Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер? А, неважно. Проверишь нейросенсоры? Время отклика слишком велико. Хорошо. Давайте проверим. Меньше 3 миллисекунд. В общем, снова головоломки, снова ученые задания, которые... Можно выполнить очень легко. И вот помните, о чем я говорил? Питер, он много исправляет для доктора Октавиуса и... Так, думаю, можно оптимизировать это. Типа, они вроде оба гении, но Питер делает немалую часть работы, как мне кажется. Исправление ошибок — это тоже очень важно. Но это, опять же, мое мнение. Сколько нам нужно? Один? А, ну тогда логично было бы здесь поставить так. Здесь минусов вроде нет. Нет, не подойдет. А, нет. И что делать? Так, сейчас, погоди. И...
единица. Отлично. Отлично. Ладно, что дальше? Ты за мной повторяешь, Питер, это нечестно. Тут как бы я веду прохождение. Но очевидно, это еще не все, подача питания. Сети нейросенсоров. Теперь калибровка, и у нас там проблемы с нейросенсорами. Я так понимаю, это вообще сам по себе нейроинтерфейс, который должен помочь в управлении. Угу. Ну здесь очевидно не туда повернуто. Вот так. Потом вот так. Ну, пускай будет плюс 3, хотя... Нет, наверное, нужно больше. Там вообще больше есть? А, не могу исправить, видите? А, здесь тоже есть. А здесь минус. И здесь минус. Окей. Вот так, я так полагаю. Что я такое? Что я такое? А, туплю, извиняюсь. Ну здесь наконец-то ты мне нужна больше. Еп. Закончил. 3,6. Это найс или еще нет? А, ну нужно еще меньше. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Так. Ну, здесь уже на порядок сложнее, чем в первом было. Нужно всего поставить 5. Ну, давайте начнем с минус 1, потом это все равно можно поменять, разницы вообще никакой нет. Можно ставить все, что угодно, а потом менять на нужное. Я так полагаю, нам вверх. Я, опять же, сейчас ставлю все рандомно, потом буду выставлять как надо. Что-то я, по-моему, запутался, правда. А, нет, все верно. И здесь. Кстати, нет. Так не получится. Ну, можно сделать так, но сейчас поменяем здесь. Яп, опять получилось. Ну вот теперь точно все. 2,8 это подходит. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Новые испытания. О, это уже на голову цепляется, да? Ну, как бы... А, еще один маленький звоночек. Я помню, когда там Норман выгнал его, да? Был звоночек. Вот теперь еще один. Обалденные. Они очень крутые. Послушайте, ну это прорыв в любом случае. Но смотря как его можно использовать. В хороших целях или плохих. Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости.
Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. Это вся тема, конечно, уже напрягает. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Не кричи, он возле тебя стоит, он еще не глухой. Пойдем. Во-первых, вот она, комната Питера. Что-то здесь есть интересное? Может быть, новые наработки для паучка? О, есть что-то. Буду скучать по его роже. Нет, здесь ничего. Пойдемте дальше. Помню свое первое собеседование. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Ну, это уже... В общем, все понятно. Питер начинает подозревать. Не показывает вида, но я знаю. Он видел мой тик. Заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж, я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время. Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней. И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время. Кто такой Спайдермен? Странно, что у него это лежит здесь, ну ладно. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. В общем, как всегда, он резко уходит. Однако каждое посещение доктора Октавиуса, оно очень полезно. Для сюжета потихонечку все развивается. Я думаю, вы и сами видите, в каком направлении. Ну и посмотрим, к чему это приведет. Наконец-то день, спасибо! Ура! Ура, 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 ура! День наступил, я могу теперь днем полетать в костюме паучка темного, черного. Офигенно. О, еще и уровень получили, 24-й. Привет! Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока. Давайте придем еще в пир, посмотрим, что там, и потом на этом закончим. Ну просто уж очень я хочу полетать днем в этом костюме. То есть ночью, конечно, клево, очень атмосферно, но ты ни черта не видишь. Ну, в плане костюма. Машинам в секторе нам сообщили об ограблении. Где ограбление? Стоять, чем? Что такое? На одну женщину напали столько ребят, ну вы чё? Сами напросили! Как рыба в бочке! Не сдавайся, паучок, да я вроде не сдаюсь еще. Еще есть силы. Кто остался? Привет. Так, у меня есть пару бомбочек, давайте я пробую. Новые всякие гаджеты, почему бы нет? Оп, такая штука. Каждый уличный гопник мнит себя вторым Фиском. Ну да, они тоже сядут в тюрьму. Да, в чем-то они похожи.
Кстати, в каком районе находится пир? А, в Чайнатауне. Ну, логично. Мартин Ли, он же все-таки азиат. Ты что тут забыл? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Или нет? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Офигенно. У меня еще не работает моя функция. Ой, ой, я начинаю получать люлей. Ну, я, наверное, могу раскидать вас и так. Есть всякие вот такие гаджеты. Ну давай, что-нибудь уже сделай. О, я думал... А, нет, нет, не вдвоем. Больно? Даже катушки есть на толстовке. Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи, окей? Ну да, а что, если их не будет рядом? Ну, нельзя ж просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно. Я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с Рина на Бруклинском мосту? Хм. Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Коготки на костюме. Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Что ты сказал, малец? Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Обучение от паучка, найс. Для начала... Не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да, да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет, нет. Nice. Порядок. Продолжай так же и... Все получится. Ладно. В каком-то фильме было урок закончен. Похоже. Мне пора. Эй, класс. Спасибо. Обращайся. Он так офигенно всегда улетает. Я врезал Человеку-пауку. Оу, и мы будем играть за Майлза Моралеса. Но сделаем это в следующей серии. А здесь поддерживайте лайком. Несколько шагов. Оставляйте комментарии и, конечно, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик, чтобы о новых сериях узнавать самыми первыми. Эй, Майлз, как оно? Чувак, ладно, не поверишь, да. Только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти? Показал наше приложение для взлома? Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Вот теперь пока и вам.